Скр! Раз, два, три, четыре, пельмень, жопа, кактус. Скрабучика! Урум-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Каричикура! Все нормально вроде. Это в прошлой серии просто много людей жаловались, то, что у меня очень изменился голос. Он как бы и сейчас немножко поменялся, но я разговариваю в нос, а не в жопу, как это было в прошлой серии. Я болею, но я все же записываю ролики, и я скажу тебе... Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашей новой рубрики, которая называется каким-то крутым названием, которая называется названной нашей новой названной новой рубрики, которая называется каким-то названием «Мампийские игры 2018», где я учусь проходить паркур, мини-игры, выживать, прочее, 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 для того, чтобы в конце кинуть челлендж всем остальным ютуберам, майнкрафтерам и сразиться вместе с ними. В этой серии мы с вами будем проходить лазерный паркур. Это будет очень сложно, как я понимаю, потому что я пока ничего не понимаю, а понимать надо. Понимать — залог понимания. У меня есть лазерный паркур, который что-то да должен делать. Подождите, хорошо. У меня есть паркур... нет, у меня есть пушка. О, понял, понял. Подожди, а что когда будет... Я хотел спросить, а что будет, когда вот эта полосочка закончится? Вот что будет, когда... Хорошо, то есть мне нужно стрелять вот туда, да? Я стреляю в этот крестики-нолики, я попадаю вот сюда и... Это меня убивает? Нет, это меня не убивает. Как только я вот сюда стреляю... А что, что? А, вижу, 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 вижу! Я большой молодец, то, что я... А, мне сюда и нужно было. Подождите, чё? А, вот, мне сюда... А сейчас? Ёханый бабай, как это все сложно! На самом деле мне уже нравится эта карта, потому что я стреляю сюда, тут появляется вот это, там пропадает вот то, там... Куда? Подождите, в синий, да? Я стреляю в синий, у меня немножечко времени! Хорошо, стреляем сюда. Чё? Ага. Ага. Ёханый бабай! Это лазерная пушка, просто произведение искусства! Так, это повернуться назад, Куда повернуться назад? Чё? Туда? Вот оно шо! То есть я еще должен искать какие-то... Второй уровень! Я еще должен искать какие-то места, которые будут спрятаны где-то, скрыты. Подождите. Сюда. Я не успеваю, ребята! А я могу обновлять! То есть я могу просто здесь стоять, я могу обновлять. А почему я так рыпался? То есть я могу просто здесь стоять, вот делать вот так, потом делать вот так, потом потихонечку бежать. А я такой, ип-ип, ура, туда-сюда, туда. Думал то, что я ничего не успеваю. Оказывается, успева или нет? Чё? А, то есть нужно было прыгнуть, когда это уже... Я понял, не тупой, не дурак, немножко. Туда мне нужно? Нет, сомневаюсь. О, вот сюда. Так, в смысле? То есть мне нужно это все пробежать за один раз? Как это нереально? Я не успеваю просто, ребята! Я думал то, что мне наверх нужно будет запрыгнуть, а я сразу с того блока мог сюда прыгнуть. Прекрасно! Хорошо, сейчас туда же стрелять или... Нет, не туда же, сюда же, да? Так, подождите. Чё-то я... Я ничего не понял. А, в воздухе нужно прыгать! Ёперэсэте, как это... Никака, а под... Куда? Я ничего не понимаю, ребята! Что я в этой жизни неправильно делаю? Куда, что? А, понятно, все понятно, ага. Ага, хорошо. Хорошо, сюда. Ёшкин кот, Антон! Как это... Фух, я буду это год проходить, вот просто, реально, год. Вот знаете, год. Год.
Вот я опять не попал, да что ж это такое, ну как это так? Эдисон спокоен, самый спокойный человек на этой планете. Обращайтесь. Нормально, все нормально, я здоров, жив, прекрасно, я себя прекрасно чувствую. В дурку вроде пока не собираюсь, ну и слава богу. Ага, да! Шестая комната из шести. Подождите, а что она... Что? А что? Зеленая жижа какая-то! Господи, как это сложно, ребята. То есть... Ай, не успел! А я могу отсюда попасть? Так я же могу отсюда попасть. Третий уровень! Первый уровень! Это сложно понять, я понимаю. Третий уровень, первый уровень. Подождите, то есть подпрыгиваем сюда, включаем вот это, забираемся вот сюда, потом включаем прыжок, и что дальше? Above the Leather Wolf, ага, это хочет нам сказать, эта фигня, летающая буковка в воздухе, то, что сверху вот этой лазерной фиг... что? А, все понял, я молодец. Оу, да ты, ядрёна матрёшка. Оп, оп, оп. Так я же мог вот так с самого начала сделать. О, господи. Мне нужно попасть в воздухе, чтобы вы понимали. А я попал с первого раза. Я вообще самый большой молодец, хорошо. Чё? То есть, я прыгаю сюда, потом сюда, и я ничего не понимаю. Подождите, прыгаю сюда, подпрыгиваю, стою на вот этом блоке, хорошо, потом нажимаю вот туда, как сложно, я ничего не... Дебил, я ничего не понимаю. Ага. О, допрыгнул! Лазерная пушка делает свое дело. Хорошо, нажимаем А что мне делать? Ну, явно не умирать. Ага, то есть perfect time это называется. Я прыгаю и запрыгиваю. Нет, я дебил. Подождите. Я беру. Perfect time. Ага, то есть мне в раз... как сложно! То есть мне в разгоне нужно... Нет, не все так просто. Не зря уровень называется... Эдисон, я тебе сейчас шопу надеру. Вот как уровень называется. Мне нужно прыгнуть, чтобы понимали тогда, когда пропадает эта стена. В тот момент, как она испаряется. Вот когда. И я сумел. Я сумел это сделать. Хорошо. Опять то же самое. Ага! Ну вот сейчас это немножко проще было. Хорошо, дальше. Шо? Вы что думаете, я Нео из Матрицы? Вы реально думаете, то, что я Нео из Матрицы? Как я должен это делать? О, господи, помилуй, подождите. Это не так просто, как вы думаете. Мне нужно в воздухе попадать... Туда-сюда. Подожди, ага. Так я же могу вот здесь стоять, я могу просто вот так стрелять. Подождите, а зачем я реально был как Нео из Матрицы, если я могу просто вот сюда перебежать, прыгнуть, перебежать, включить, прыгнуть и вот сюда запрыгнуть. Так все ж просто. Эдисон, что ты делал? Третий уровень, восьмая дорожка. Уже какие-то... Чё? Уже какие-то... Чё? Уже какие-то... Чё, я спрашиваю? Вот как оно работало! Вот как я должен был перепрыгнуть! То есть я должен был догадаться, что оно вот так работает. Подождите. Ага. Потихонечку мы куда-то заберемся, я надеюсь.
Ну, нет, нет, мы все же не заберемся никуда. Ага. А, нет, все, забрались! Четвертый уровень! Какие-то джунгли или что, подождите? А, быстренько залетаем! Хорошо. Так, подождите, что мне здесь нужно делать? Здесь я подлетаю, да? Прыгаю. Здесь мне нужно вниз прыгнуть, да? А здесь мне нужно опять вверх прыгнуть. Слушайте, как же мне нравится эта карта! Вот смотри, если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, если ты не будешь, конечно, ленивой саркотанцей, если поставишь лайкокос прямо сейчас, 25 тысяч лайков, я обещаю то, что я выложу эту карту в описании, и любой из вас может в нее поиграть. Она на самом деле очень даже прикольная. Хорошо. Оп, оп. Я не знаю, что я делал. Куда? Куда? Что я делаю? Подождите. Куда? Я не... Вот честно... Ничего не понял. Как? А, вот там синее же появляется. Так я же не видел. Или видел? Нет, ничего я не... Я ничего не видел. Я ненавижу эту карту. Я ее уже ненавижу. Ага. Так это все так просто было! Оказывается, все так просто было! Подождите. То есть я прыгаю сюда. Потом нажимаю сюда. Все очень плохо. Все очень плохо. Подождите, я пока. Ага, то есть наверху. Хорошо. Ага, все прекрасно. Дальше. Уровень называется лифт. А, окей. Хреновый какой-то с меня лифт получается на самом деле. Дальше. Все нормально. Ага, дальше. Все? Или еще? Куда? Сюда! Поднимаемся. Как на нем немножко сложноватые уровни пошли. Потихонечку, нам нужно просто подняться на самый верх, все нормально, времени у нас полно, полные труселямбы. Все, забрались! In the distance. Чё? Куда? Чего? Что? Ничего не понял, подождите, то есть... Я там вообще реально? Я еще раз прошу, там точно реально? Ребят, это нереально. А, нет, все же это реально. Пятый уровень и первая дорожка. Мне кажется, на этом я сначала потяну сопли. О-о-о! А щека заболела. Странно, у вас такое бывало? И на этом, ребятки, мы с вами закончим проходить эту карту. Мы сегодня с вами пропрыгали на всех блоках. Почти на всех. И на зеленых, и на красных, и на синих, и на желтых. Я не знаю, сколько здесь уровней. Возможно, в 6, 7, 8, 9, 10 будут какие-то и розовые. Кстати, напиши в комментах, какой твой любимый цвет и был ли этот цвет в сегодняшней серии. Возможно, он будет следующий, кто его знает. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение. Я обещаю то, что если мы наберем 25 тысяч лайков на этой серии, если ты не будешь ленивать стрекотанцы и поставишь лайк, я сразу же выпущу новую серию. Тогда это будет зависеть только и только от тебя. Я скажу вам огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем... Ой. Пока.